Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, прогнозируется дождь. Днем столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 12 метров в секунду с порывами до 21. Будьте осторожны. Продолжение темы. Сегодня в Беларуси прогнозируются дожди. На большей части территории страны ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется от 8 до 14 градусов в разных районах, а в южных столбики термометров покажут местами до плюс 16. По предварительному прогнозу, такой характер погоды сохранится до самого конца недели. Поэтому, прежде чем выходить на улицу, лучше быть готовыми к ветреной и дождливой погоде. «Семь снов о тебе». К примеру, этого спектакля готовят в молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсиа Маркеса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Это рассказ о поисках любви, одиночестве и мыслях о фатуме. Главные герои, он и она, ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах и эмоциях. Беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. А тем временем Музей истории, печати и фотографии Гомельщины представил работы гродненского фотографа Сергея Курила. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20 века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9 мая. Говорят, что старинные часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос могут посетители выставки «Отмеряя времени ход». Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го, в начале 20 века. К следующим новостям. В Беларуси до 30 мая установлен запрет на лов судака. Это связано с его нерестом. Запрет введен на сохранение популяции и создание благоприятных условий для размножения этого вида рыб. Рыбакам нужно учитывать, что если рыба поймана непреднамеренно, ее понадобится отпустить. Нарушителям запрета грозит как минимум крупный штраф. К другим интересным фактам и событиям. Для устройств на операционной системе Android разработана встроенная экранная клавиатура со шрифтом Брайля. Она ориентирована на шеститочечную систему, а роль клавиш выполняют обширные области экрана. Предполагается, что пользователь будет одновременно нажимать на нужное количество точек для ввода буквы. Автоматическая клавиатура также позволяет редактировать текст и отправлять его. Однако пока клавиатура поддерживает только ввод английского текста. В сети опубликован необычный снимок марсианской поверхности. На нем видна структура по форме, напоминающая дракона. Ее заметили с высоты около 250 километров в области, которая считается самой глубокой точкой гигантской системы каньонов. Они, в свою очередь, охватывают четверть окружности планеты. Эксперты полагают, что миллиарды лет назад там было большое озеро.
Далее немного о наших любимых домашних питомцах. По природе у кошек более независимый характер. Это делает их не такими привязанными к человеку питомцами, как, например, собаки. Но есть определенные породы, которые умеют хранить верность не хуже, чем собаки. Среди них меконгский бобтейл. Эта порода относится к разряду долгожителей. Купив котенка, вы обретете друга минимум на 25 лет. Представители породы сильно привязываются к хозяевам и всегда предельно рады вниманию со стороны любимых людей. Одним из плюсов породы можно назвать их невероятное спокойствие, поэтому меконгский бобтейл не будет надоедать навязчивым мяуканьем. Кошки довольно редко проявляют свои чувства, поэтому могут казаться равнодушными. Привязываются ли эти питомцы к своим хозяевам? Ответить на этот вопрос решили ученые из США. Они выяснили, что не все кошки испытывают нежные чувства к владельцам. Многие к ним даже безразличны. Был проведен эксперимент с участием котят. Сначала хозяева находились рядом с питомцами, затем выходили, оставляя их одних в комнате. По возвращении человека только 64% животных показали свою привязанность к своему человеку. Если вы очень хотите, чтобы в вашем доме появился питомец, но вы человек занятой или ленивый, то рассмотрите следующие три варианта. Первый – кошка. Многие породы спокойно обходятся без человеческого внимания. Эти животные не будут скучать, если у них достаточно игрушек. Но следует учитывать, что для отдельных пород очень важна эмоциональная связь с человеком. Второй вариант – завести в доме хорька. С виду они кажутся активными и энергичными, но это те еще сони. Хорьки запросто проспят 18 часов, поэтому они не доставят больших проблем владельцу. И еще один вариант – это хомяк. Единственный недостаток такого питомца – они не так уж долго живут. Зато у них независимый характер, который не требует особого внимания со стороны человека. С понедельника по пятницу смотрите в нашем эфире телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в медицинском институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он зарабатывает на жизнь боями без правил и однажды романтично делает ей предложение прямо на ринге. Алиса безмерно счастлива, но всем ее мечтам приходит конец, когда она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег, и ценой расплаты может стать его жизнь. Алиса хочет помочь отцу и соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет уже пожилой султан, богатый мусульманин, который чтит традиции своего рода. Он увозит девушку в глухую деревеньку, готовит к свадьбе и обещает быть ей примерным мужем. Но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как сложится совместная жизнь главных героев? Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» в 16:40. А в 18:25 телезрителей ждет сериал «Оса. Особая следственная аналитика». Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа» об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты «Осы». Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируют зрителям всю цепочку своих действий. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Кроме этого, звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах.
После передачи «Добрый вечер, Гомель» не торопитесь включать другой канал. В 21:30 начнется сериал «Пятая стража». В городе Светлогорске работает одно небольшое, но очень странное детективное агентство. Хозяин и руководитель этого агентства – вампир Феликс. Все его сотрудники обладают уникальными способностями. Они могут раскрыть любое преступление. Им по плечу даже самая сложная задача. Не переключайтесь, ведь с нами интересно. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Хочу пожелать вам легкого и продуктивного дня и солнечного настроения, какой бы ни была погода за окном.